Привет! Какие клевые! Манерные! Вы кому? Так. Привет. Еще раз. Привет. Ну как, вы готовы? Мы готовы. Ух ты. Смотри, как классно. Смотри, какая у нас ручка. Блин. Супер. Стеллажик это наш. Да, такой, видите, как-то угадали, что Слава очень любит фанеру. У него одно время была прям мысль. Все замостить фанерой. Неплохое цветовое решение. А там что, все прям шкафы? Представляешь, это все до потолка блоки. Да. Под ваши шарики. Визитивчик. Вот это клевая штука начинается. Я просила, сами смотрите, не стесняйтесь. Я просила очень Ольги, вот, чтобы у меня было много мест хранения. И вот она. Холодильник. Ну-ка, мое желание реализовала. Морозилка. Тоже морозилка. Да. А здесь? Красная. Неожиданно. Блин, подсветка вообще супер. Очень красиво. Открывается так классно. Проходите дальше. Здесь выход в черный ход. Он теперь красный ход у нас. Красная комната еще одна. Это для тестя. Полки. Обратите внимание на мои полки высоченные. Мне кажется, все такие должны хотеть полки. Я вообще прям мечтаю. Знаешь, и ничего нету. Можно все со столешницы убрать. Да, самое ценное можно хранить. Да. Что вы чаще всего используешь. Очень симпатично. Троечка такая. Кстати, это подарок. Это вам... Все в цвет. С обновленной кухней. Надеюсь, вам в хозяйстве пригодится очень. Спасибо. Прям сплошные подарки в последнее время. О, красный диван. Да. А зеркало какое? До потолка. Угу. А вот у нас какая комната. Вы заметили, что здесь дверь вообще? Ну, попроверь, okay. Что там. Эта дверь ведет Нет, вот так. В небольшое помещение. Может быть, оно уютное? Ух ты. Кто здесь должен обитать по залу? Здесь теща. Это спальня теща. Это прекрасное решение. Наташа, привет. Классно, поздравляю вас, очень поздравляю, супер вообще. Это, прям. Спасибо. Это очень, прям очень стильно смотрится в просторно. Радоваться на большую семью, ну вообще все супер. Ого! Сколько тут у нас всего вкусного. Ничего себе! Смотри, какая штучка, дочь. Привет! Дочь, там еще один дядя. Ей понравился, смотри, она глаз не сводит с планетарного миксера. Что у нас тут вкусненького уже готовится? Где я? Как процесс? Очень удобно тут, да? Да, удобно, глубоко, вообще даже для съемки. А зачем вы руками моете? Ну, полосок, а так не нравится. Моечка где у вас? Вот здесь. Разрешите вас? Разрешите вашу фото. Большая, хорошая. Что у вас тут происходит? У нас еще гости пришли, мы все расположились. Ну что, давайте, за нашу новую кухню? Да, да, давайте. Поднимем бокалы. Чтобы вы были здесь счастливы, чтобы у вас получалось все очень вкусно всегда. Очень интересная идея с цветом внутри кухни. Снаружи кухня вся такая спокойная, а внутри такая, ох. Мне вот окно понравилось и открытый доступ. Не знаю, как это в плане детей, вот, но в плане вида и атмосферы это очень классно. Мне вот хозяин очень нравится, мне кажется, вписывается в интерьер просто шикарно. А мне понравилось количество места свободного, куда можно все разложить, убрать. Ты меня понимаешь, да. Замечательная кухня. Для замечательных людей, высоких. Хочу заметить людей. Все очень красиво. Очень понравилось все.